Конечно. Выражаешься? Конечно, с такой головкой. Так почему он не показывает? Слушай. Наш самый интересный экспонат, да? Kas teil omad? Ei, mitte teil omad, teiste autorite omad. Tähendab fotoga niisugune, mis ei ole lihtsalt... Neil on õhuselt palju pilte kaasas. Nii et ma ei tea, kuidas nüüd me annan kogu juhtimise nende kätte, kuidas nad ennast tutvustavad, kuidas näitavad. See on kõik siis nende asi. Ja. Siis öelda pakasõlt, aga mis nii kavariti ja nii näib, pas kolko nas vremeni 5.15.6. Me tasume končia. Okei, tak što tõvajte tak rasistajamse. I... Aha! И кое-как сейчас, кто хочет пиво, кто хочет кофе, давайте ему, сахар тоже принесу сейчас. И чувствуйте себя как дома, наши и гости, и все. Пожалуйста, представитель клуба, даем слово и начнем. Я, по-моему, надо чувствовать себя свободно. Если вы там кофе, если вы, давайте. Ну, мы приехали сюда почти всем составом, да нет, таким работающим составом. Зовут меня Валерий Балтушин, это Ирина Кивимяя, женщина у нас основала, это я ее преемник, так сказать, основала вот клуб, она сначала была студия, кружок, а потом все это развилось, когда все, так сказать, достигли определенного уровня, это стал просто свободным, так сказать, клубом. Вот. И интерес его, так скажем, ну, она, правда, эта серия отснята недавно, не вчера, скажем так, несколько лет назад, ну, и иногда он возвращается. В общем, есть у нас, так скажем, фотокоридор, такая небольшая галерея. Постоянно. Да, на 40 планшетов там с лишним. Сейчас вот мы сделали первую выставку цветной фотографии. То есть многие из нас... Значит, практиковали мы раньше, обменивались выставками там, ну, в основном из России, очень с Кахлоярви, там, ну, рядом тесно сотрудничаем. Вот, Сласман. Да, с Сласманом. С Лехом тоже. Вот в таком духе. Ну, из Киева выставка, да, что-то, Юра? Я не помню. А так вот на местные, наши и кахлоярские. Это в вашем клубе или вы в музее имеете в виду? Это в нашем клубе, а еще сейчас... Химикаты и все. Мне звонили сейчас и сказали, что в Таллине вы можете купить фиксаж за килограмм 4 крона 75 копеек. А то в магазине стоит 12. А, ну нет, спасибо. Так что, мы его и нашим тоже. Есть там акционерное общество одно, которое продает килограмм, стоит 4,75, а в магазине 13. Такие витрины все почему-то такие, что-то там искать, какую-то применять технику сложную, как-то выкручиваться из каких-то положений, да, когда сделаешь плохой кадр, делаешь потом из него искусственно хороший, да? Вот у нас все просто.
Но у нас самый сложный, вот Денис Кузнецов, он выложит, вы оцените его направление. Вот, ну, кто как хочет, так и работает. Но в основном у нас какое-то, знаете, наское такое направление. Реализм и естественные краски. Вообще мы всех любим, всех принимаем. А уж что с них получается, это их личное дело. Чернота будет, это было там это главный предмет. Вот чем-то можно, может, красками это можно сделать, если там тонировать, скажем. Да. Местное тонирование, да? Больше интереса представлять. Так, знаете, это такая. Все, наверное, наши. Да. Вот. И это, по-моему, уже можно оставить. Это уйдет, конечно, в таком направлении. Это, конечно, природа очень заманчива. Вот так он подходит. А, вот это мы поставим. Скажите, вот меня пришли. Меня интересует, у меня есть запасы старые, ну почти рулоны, например. А такие маленького формата еще есть, а такое, такого формата у нас уже так же почти не бывает. Бывает, да? Пачка, у нас пачка 170. Да. Это буду делать. Можно вот с Валерой поговорить. Если не надо будет, то, наверное, вот стали не как-то это формата, и уже нету. Нам, то есть это... Я и так говорил, что нам нужно бы знать примерно, сказать, ваши запросы, сколько вам нужно. Я пока сама не знаю. А сколько стоит вот, 30 на 40 пачка? Или... Пока у нас, значит, была большая партия бумаги, мы продавали по 200 крон пачку, 100 листов 30 на 40. Сколько листов? 100 листов, 200 крон. Ну, большие. Ну, и сейчас я не знаю, как мы им достанем. Это дешево. Да, она есть. Давай честно, работай. Я повешу вчера как раз. Ну, у вас будем прочитать? Нет, здесь у вас. Инженер. Как же фамилию там улетела? Он есть. Не так, да, гигант? Ну да. Их можно увидеть у нас и на главных площадках города. Проходите мимо лет 7. Он ел с руки. Вот так идешь по мостам, по мосткам. На теплом канале. Речки, что ли? Теплый канал, вот от этих прибалтийских идут такие теплые каналы. Там теплая вода. И там рыбу разводили. Идешь по мосту, и они уже начинают там плавать, значит, ты сейчас подойдешь, их покормишь. И прямо вот вылезают из воды. Прямо с руки вот брать. Так. Не выкладывайте сюда. Сейчас я буду забирать. Да я, может быть, с рук пока, а чё? Но я это планирую, что на аналогу за кухая фигуры. Это я в моменте так. Ну, понятно, что это.
Видишь канал телевидения, у этого, который там снимает для меня, он говорит, что вроде есть, и что много занимаются русские. Так что мне интересно было тоже узнать, сколько занимаются. Ну, точно не могу сказать, что есть клуб или нет. И самое хитрое, я думаю, что насчет русских можно узнавать в телевидении, в этой передаче. Да. Поскольку он занимается как раз сейчас. У них же конкурс идет в телевидении, они получают фоторабот. Я, кроме Таминского, сейчас не знаю. Господин Томин, к нам очень было приятно познакомиться с вашей галереей. И приятно было познакомиться с теми людьми, которые еще занимаются как-то фотографией в нашем русле, именно то, как мы себе раньше представляли, и что вы можете, ваше мнение и впечатление вообще о творческой жизни, фотографической, как-то ее можно сравнивать с прошлыми годами, и что какие-то ваши мнения вот на данный период? Ну, по-моему, сравнивать всегда можно. Но такой активной жизни, конечно, уже нет, как было. И имею в виду именно на базе любительской фотографии и на клубной фотографии. Вы сами знаете, что вот вы действуете там. Я в Таллине знаю только Таллинский фотоклуб. И, пожалуй, все остальные клубы Эстонии больше не действуют. И даже маленькие группы не действуют. Но, по-моему, это время такое. И ничего страшного. По-моему, снова будут уже новые люди. И, наверное, будут работать опять. То есть вы верите в какую-то перспективу, в какой-то рассвет, потом, может быть, улучшение ситуации, да? Ну, а в каком смысле вы имеете вот в виду? Именно... Опять в клубном или в каком, да, смысле? Да, ну, мне так кажется, клубы, они будут как-то восстанавливаться именно, ну, на базе какой-то независимости и только по интересам. Ведь как раньше было, значит... когда была сильная поддержка материалами там и все, вот снабжением там чем-то, и люди вот занимались, ну как бы по неволе, не было каких-то проблем. Или была еще какая-то причина, был какой-то энтузиазм? В чем тут дело? Ну сейчас энтузиазм пропал, из-за этого уже что надо выжить как-нибудь, да, надо же деньги зарабатывать, это раз. И я думаю, что клубы... Конечно, зарождаются заново, поскольку они в всем мире существуют. Они, да, были, вот я о чем хотел спросить, да. Вот, а как на Западе? Да. Вы же лучше эту ситуацию знаете, и как там вот существуют такие какие-то объединения, и как они... Да, они существуют, они работают, но они работают так же, как и мы. Но опять надо иметь в виду, что они, наверное, живут по-другому. У них, наверное, уже заботы нет, как я буду, что я буду завтра кушать. Ибо когда этой проблемы нет, тогда я могу идти в клуб, платить сколько-то денег там, сколько-то на аппаратуру, столько на материалы, тогда я уже могу это сделать. По-моему, вот это сейчас самое такое. Но черно-белая фотография, ведь и там это дело престижное, и далеко не каждый может себе позволить, так ведь? Почему вы так думаете? Ну, так представлялось мне, и слышал я раньше такие мнения. По-моему, в клубах там, поскольку я и говорил с ними, или там переписывался, они тоже очень много сидят на цветной фотографии. Очень много. И просто черно-белые не занимаются. Не из-за этого, что это или дешевле, или дороже, но после считаю, что вот цветная – это сегодняшний день. Ах, так, мы, да, дошли уже до цветной, значит, все цветное. Телевидение цветное и фотография цветная. Зачем там еще черно-белое? Это прошлое. Вот так считают. И я не знаю, почему вы говорите, что это престижно заниматься черно-белым. Это единички занимаются. Ну, это надо иметь в виду, для чего я сделаю фотографию. Что за фотография? Я, например, уверен, что не все фотографии должны быть цветные. Никак. Вот я тоже к этому склоняюсь, дух, потому что или, да, вот или именно. И настроение какого-то сюжета, это просто надо снимать на черно-белое. Есть такие фотографии тоже в мире, но в клубах, я боюсь, большинство на цвет перешли. Большинство. Ясно. И из-за этого наши клубы тоже страдают из-за этого, что нужны большие деньги, чтобы вообще получить хороший результат. Ведь уже не будешь сам там проявлять и все сделать.
уже дашь лаборатории, а там ты получаешь квалитет, но будешь и платить за это. Но я не знаю, что я не считаю, что наша ситуация очень плохая. Это время, наверное, такое. И если так взять, тогда у нас фотографов хватает. Есть молодые люди уже, совершенно молодые люди. Считаешь по газетам, опять которые там фамилия новые какая-то, имена, да. Новые имена появляются. Значит, они работают. Откуда-то они появляются. Я не боюсь, что фотография погибнет из-за этого, что интерес пропал. Но фотография может погибнуть из-за этого, что появляются вот диски, появляются уже компьютеры. И это уже не стоит снимать на эту пленку. Зачем? Не стоит снимать. Из-за этого фотография пропадает. Немножко грустно от этого, да? Ну, я не знаю. Я думаю так, что фотография неизбежно пропадает. Это, ну, это я уверен. И уже скоро-скоро. Мы уже снимаем на диски, смотрим на экранах или копируем оттуда с диска фотографии, копию. Это легко делается. Зачем нам заниматься еще с этими фильмами? Но фотографией будут заниматься художники, которые хотят сделать что-то особенное. Вот они будут заниматься фотографией. И сделать на выставку вдруг фотографию. И если там идет какая-то инсталляция или концептуальная выставка, или не знаю, с какой-то материала сделано, и вдруг кто-то там вывешивает фотографию, это уже будет здорово, поскольку фотографией заниматься не будут. Так что мы можем с вами говорить, это грустно, но... Еще нескромный вопросик. Как впечатление о наших работах? Вот он этот ответ вы не можете дать, поскольку, вы уж простите, я смотрел очень мало. Мне было интересно там смотреть, поскольку я видел, я все время бегал туда-сюда с этими организационными работами. Но поскольку я смотрел там, наверняка в вашей там пачке есть довольно интересные работы, так что мне лично хочется все-таки заявили, к вам приехать. Хорошо, мы с удовольствием, конечно, договоримся, нет проблем. Мне очень жаль, что я так не успел даже смотреть. Ну, понимаете, если это организационная там здесь работа, так, ну, не успеешь все-таки. Но я все-таки рад, что народ так пришел. Сначала показалось, что мало, но все-таки... Это наше обыкновенное количество, так, 15-20 человек, не больше. Так что они знают, что что-то здесь бывает. Они читали, что Нарвский фотоклуб приедет, на стене там рекламы приехали. И рад, что Таллинский фотоклуб опять с вами встретился. Это здорово. Опять два клуба вместе. С одной и с другой, с конца Эстонии. Это здорово. Ну хорошо, спасибо. Надеемся вас увидеть у нас где-нибудь, даже реально после Нового года где-нибудь. Потом договариваемся и... Ну, я не знаю, зимой, ну, а уж весной и летом, я думаю, надо к вам заглянуть. Может быть, даже те вот дни искусства, которые ежегодные, да, это интересно. Это было бы, это меня заинтересовало, да, и я хотел бы приехать, наверное, да. Ну, в общем, я рад, что вы приехали, я действительно рад, и спасибо, что приехали, я вам удачи желаю. Я рад спасибо, за вас. Саша.